Сильные ливни в Восточном Тиморе вызвали оползни, сели и наводнения, жертвами которых стали почти 30 человек. Стихийные бедствия обрушились на столицу и крупнейший город Восточного Тимора, Дили и другие районы страны. Тысячи людей остались без крыши над головой. Схожая трагическая ситуация и в соседней с Восточным Тимором Индонезии. Правительственное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает о более чем 4 десятках жертв и 27 пропавших без вести. Оползни разрушили множество домов в нескольких поселках, мосты и другую инфраструктуру.